Всем привет! Посмотрите, какой у меня интересный блок питания постоянного тока. Сделан вручную, вот, частично. Вот здесь у нас имеется корпус из распределительной коробки, вольтметр, амперметр, вот, дисплей. Здесь внутри мы имеем модуль, понижающий китайского производства. Вот, все это дело подключено к солнечным панелям, которые заряжают 24-вольтовый аккумулятор. Значит, сейчас мы можем проверить, как он работает. Сейчас подключен вот, лаптоп у меня. Вот, сейчас переверну его. Попробуем запустить и посмотрим, сколько он потребляет. Сейчас, минуточку. Началась загрузка CD-ROM-а. Ну все, считай, система загрузилась. Так, у нас получается потребление 1,5-1,7 ампер. Ну, что, наверное, все-таки многовато. Как мы можем сократить потребление электроэнергии лаптопом? Мы можем вытащить батарею. Включаем лаптоп. Переворачиваем. Так, минуточку. Так, здесь у нас батарея. Переворачиваем. Запускаем. Пошла загрузка. Потребление составляет 1,4-1,3 ампера. Сейчас попробую загрузиться. Все, и мы имеем 1,45 ампера, что, конечно же, меньше, чем было. Для того, чтобы еще сократить потребление электроэнергии, мы можем выключить экран. Вот здесь у нас экран работает. Здесь есть маленькая кнопочка на лаптопе. Нажимаем ее. Все, у нас отключается экран. И потребление у нас бросилось до 1,15 ампера. То есть, в принципе, при желании можно сократить потребление и повысить тем самым энергоэффективность лаптопа. Спасибо за просмотр.